Вообще сауна вещь замечательная. Хорошая сауна, вещь замечательная вдвойне. Но вот если сауна находится еще на берегу моря, и температура воды примерно 12 градусов, это вообще все великолепно. Так, ищу своего режиссера-оператора. Добрый день. День добрый. А почему вы не играете? А он уже выиграл в один ход. А, это отлично. Так, ну вот оно, море. Я иду по собственной выложенной дорожке. Да, ну мой режиссер-оператор куда-то сбежал. Жалко. Это 7-й корпус. И здесь сауна. По задумке было так, что мой режиссер-оператор сидит в теплой куртке и тем самым демонстрирует, что море очень холодное. Но, очевидно, жара такая, что пришлось раздеться. Я передаю ему, ей камеру. Просто вот так вот, да, и все. И направо, вот так вот, и все. И когда я выйду... А где что видно? Сюда смотреть. А вот сюда надо смотреть, что не так. А теперь я вижу только сюда. Ну вот, а теперь? И теперь только себя в очка. Ой, вообще грязное такое все. Это ладно. Подожди, съемка идет, и все, и меня можно видеть. Ну, в общем, направляюсь. Только не направляй, камеру держим ровно. Это у меня да очень... я не вижу кроме себя ничего. Ну ничего, значит, просто тогда по наитию держи камеру и не дергай камеру очень медленно. Возьми у меня я. Так, секундочку. Ровно 2 минуты. Ну, вода сегодня, наверное, градусов 13. После сауны вообще все великолепно. Я надеюсь, эта съемка показывает, что в Черном море можно купаться и во время шахматного турнира. Бери. Все. Теперь кнопочку нажимай. Вот эту кнопочку нажми.